Спорим, я смогу спиной съехать? А я говорю, не сможешь, ты упадешь и ударишься. А я говорю, смогу. Мы с тобой спорили, что я твой КамАЗ на кубик затащу. Затащила же. Вот теперь из горки съеду, смотри. Оп, и ничего не случилось. Это что, ты опять проиграл, что ли? Опять щелбан? У меня скоро шишка от твоих щелбанов будет. А ты не проигрывай споры, и не будет. Да я лучше спорить с тобой больше не буду, давай. Слушайте, посмотрите, чтобы Цветочек и Гай сюда не шли. Я хочу взять еще по одному чупа-чупсу всем, ладно? О, круто, бери, бери, я посмотрю, чтобы они сюда не шли. Не, все чисто, они там. О, спасибо, отлично. Сейчас, сколько нас, 4 чупа-чупса значит? Цветочек, я тебе говорю, это не страшилка, это нормальное кино. Ну пошли сегодня со мной, я уже билеты купил. Гай, я тебе говорю, это точно ужастик, а я боюсь ужастиков. Да не ужастик это. Ну, сходишь и посмотришь. Ага, а если я уже испугаюсь? Ты не испугаешься, со мной будешь. Ой, ну не знаю. Так, 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 а что это у вас тут происходит? Премии всех полишать? Эти двое дерутся. Ну-ка, разошлись, разошлись по сторонам. Одна на столе сидит, чупа-чупсы берет. Без спросу, по-моему. А ты? А я чё, я ничего, я на ходунках тут катаюсь. Ну вот, сходили в кино. Извините, пожалуйста, заведующая. Мы тут с Гаем просто решаем по методическим рекомендациям, которые вы нам дали. Вот и спор завязался небольшой. А так мы присматриваем, присматриваем за всеми. Да, малыши? Ага, да, вижу, я вижу. Да-да, заведующая, все так и было. А вы, собственно, зачем к нам пришли? Собственно, за тем, что я в любой момент могу прийти и проверить, чем вы тут занимаетесь. А вообще, сегодня придет доктор и будет делать прививки детям. Так что морально там их как-нибудь подготовьте, ладно? Ой, ну все, задержалась тут у вас, пора. Заведующая, когда хоть придут делать-то? Расписание дня такое же оставлять? Думаю, да. Успеете пообедать и сходить в бассейн. А там и доктор уже будет. Эй, ребят, что делать будем? Прививки-то не хочется? Что бы делали? Вдруг они больнючие какие-нибудь? Больнючие? А ты хоть раз не больнючую прививку видела, что ли? Конечно, больнючие. Как воткнут свою иголку? Эх, может, маме как-нибудь сообщить, чтобы меня забрала сегодня пораньше? У кого-нибудь из вас есть телефон? Я тоже хочу позвонить маме. Не, мне не разрешают в садик телефон таскать. Да, у меня тоже нет. Эх, и у меня нет. А что делать будем? Так нечего, смириться и пережить прививку как-то. Это же не первое и не последнее так-то. Ну так не хочется. Опять будет, ой, не больно. Ой, комарик укусит. Потом как воткнет свою иглущу. Аж сердце замирает от одного представления, как это будет. Так, я как единственный сегодня в группе мальчик официально заявляю, что постараюсь с этим что-нибудь сделать и предприму попытку сорвать делание прививок. Так, а пока не дрейфим. Ведем себя как обычно, я думаю. Ты главное не просто думай, ты придумай что-нибудь. И мы так, девочки, не расслабляемся, тоже что-нибудь придумываем. Малыши-карандаши, я за обедом. Рассаживайтесь. Цветочек, посмотри, чтобы уселись за стол. Я мигом. Цветочек, цветочек, а скажите, пожалуйста, а куда прививки буду делать и от чего? Ой, ребята, если б я знала, эта информация есть только у доктора. Как жаль, узнать бы хоть куда, в руку, в ногу или в попу. В попу точно делать прививку не буду, у меня нога после этого отваливается, как в прошлый раз. Так, молодцы, все суп скушали и второе, каждому по десертику. Это мой собственный рецепт, шоколадный камень называется. Очень похож на камень, а внутри обалденный молочный шоколад. Так, давайте быстро с какао это все умяли и в бассейн. Ну что, брат, уже что-нибудь придумал? Или так повыпендривался только? Вот-вот, прививка уже неминуема. После бассейна, сказали же, доктор придет. А мы уже в бассейне вообще-то. Вот стать бы невидимыми. Ага, очень хорошая идея. Как это сделать? Раз, два, три, невидимка включись. Волшебник, блин. Только зря на тебя понадеялись. Да подождите вы, придумаю я что-нибудь. Пойдемте пока купаться в бассейн. Ну что, цветочек, что насчет кино? Билеты пропадут. Сегодня в 6 вечера. Ну пойдем. Ой, да ладно, ладно. Пойдем сходим. Малыши, идите купайтесь. Что вы тут на травке все? Какая прозрачная вода. Ага, я под водой вижу. Ой, и я тоже, я вижу твою ногу. И вторую, вон она.
Очень крутая водичка, прозрачная, чистая. Да, в бассейне точно не спрячешься, сразу найдут на раз-два. Слушайте-ка, у меня идея. Я знаю, как спрятаться в бассейне. Ну и как? Чтобы тут спрятаться, надо воду чем-то испачкать. Грязь будешь сюда закидывать? Не, я в грязи плавать отказываюсь. Ну разойдитесь, я ныряю. Есть одна у меня штуковина. Сейчас искупаюсь еще минут 5 и принесу кое-что. Вот вы все удивитесь. Ай, я же сказала, отходите. Ну, бро, через 5 минут уже в детский сад, а ты так ничего и не сделал. Я же сказала, у меня все готово. Идите быстро в бассейн и ничего не бойтесь. Я нашел волшебный порошок, который превратит воду в непрозрачное желе. И никто нас там не найдет. Давайте бассейнте. Насыпаем. И немножечко ждем. Ой, щекотно! Не волнуйтесь, он не вредный. Побольше, побольше. И теперь ждем. Ну вот, а я что говорил? Никогошеньки не видно. Ну все, мы избежали прививки. Цветочек, по-моему, все. Пора малышей из бассейна забирать. Гай, подожди, я тоже окунусь. Такая жара. Ой, ай-яй-яй. Гай, здесь что-то странное. Что, что там, цветочек? О, это что такое? Где вода? Где вода в бассейне? Где малыши все, а? Цветочек, ты там, что это такое? Что это за субстанция? Кто испортил бассейн? И где наши ребята? Короче, я иду к тебе. Фу, какая жижа. Ага, малыши, малыши. Ай, она даже не выпускает меня. Очень сложно здесь пробираться. Малыши, ребята, ребята. А, фу, нужно подпрыгивать, тогда легче. Так вообще не пробраться. Ребята, малыши, вы где? Отзовитесь. А, вообще ничего не видно там. Здравствуйте, здравствуйте. Вы где? Цветочек, Гай, малыши. Я пришла прививки делать. Хм, странно, обычно прятались только дети. А воспитатели-то куда в этот раз пропали? Как это никого нет? Ну вот, полюбуйтесь сами, группа пустая. А у меня по графику очень строго. Да-да, я вас понимаю. Сейчас последнее, что они делали, это были в бассейне. О, наверное, закупались. Я знаю этих цветочка и Гая. Малыши, наверное, сказали еще, еще, а они им только потакают. Сейчас быстренько сбегаю. Ох уж, эти цветочек и Гай мне. Точно я их премии в этом месяце лишу. Ну все, капец. Ни одного, никого нет. Может, их вообще украли и этой штуки насыпали нам специально, как ловушка, чтобы мы тут ползали и их искали. Гай, я уже не знаю, что делать. Нас уволят, нас в тюрьму посадят. Ай, пойдем в детский сад сдаваться. Нельзя терять время, нужно искать малышей. Ты права, уволят, посадят, это уже не беда. Главное, чтобы малышей наших нашли. Они у нас такие хорошие, такие умные, такие добрые. Ой, такие смелые. Такие добрые, такие умные, такие смелые. Они у нас так хорошо, а мы как с ними. Эй, ребят, вылезайте давайте. Нельзя допустить того, чтобы Цветочка и Гая уволили, а тем более в тюрььму посадили из-за нас. Цветочек, Гай, простите нас, пожалуйста. Точнее меня, это все я. Это я джелеба в бассейн насыпал. Мы думали от прививки спрятаться, что вы отстанете от нас и не будете искать. А тут вон оно как получилось. Ребят, вылезайте, говорю, быстро. Эх, не будем мы вас подставлять, не будем. Прививка так прививка, пусть хоть 2 ставят, только вас оставят. Это точно, простите нас, пожалуйста, мы просто испугались. И больше так не будем, честно-честно. Простите нас, а? Ну, ребята, ну что ж вы так из-за какой-то прививки, а? Знаете, сколько их еще будет в вашей жизни? А вы так пугаетесь. Ну, чуть-чуть больно-то там, иголочкой ткнут. Фух, а мы с цветочком чуть не посидели тут в бассейне. Не говори, чуть сердце не остановилось, когда подумали, что вы пропали. Ой, ребят, ну, ребят, вот это вы дали. Бежим скорее в детский сад, нас уже там обыскались. Ага, попались, которые смотались. Вы почему еще не в детском саду? Доктор вас ищет вовсю.
Вот так попались, это точно. Заведующая, извините нас, пожалуйста. Мы с Гаем разрешили немножко подольше малышам искупаться в бассейне. Сегодня жара такая. Мы уже все, собирались в группу идти. Заведующая, не ругайте Цветочка и Гая. Это мы виноваты. Мы у них выпрашивались подольше искупаться. А они не соглашались. Да, мы потом отказывались из бассейна вылезать, а они немножко ругались, они говорили, что на прививку на. Простите нас, пожалуйста, мы больше так не будем. А Цветочка с Гаем не ругайте, они не виноваты. Ай, так и знала. Ребята, ребята, давайте скорее, доктор вас ждать устала. Один, второй, третий и четвертое. Ну вот и все, а боялись как огня. Ну что, Цветочек, пойдем сегодня в кино, а? Точно пойдем, Гай. Мне после сегодняшнего инцидента никакой ужастик не страшен больше. Ай, а немножко все-таки больно. Ай, даже отдает в ногу, но не смертельно. Простите нас еще раз, Цветочек, Гай. Мы больше так не будем. Честно-честно. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Цветочек, Гай, а можно нам завтра в этом джелеба в бассейне просто поиграть? Не убирайте его, пожалуйста, а? Ладно, ладно. Только чур не прятаться в нем. Договорились.